Доброе утро всем! Вот посмотрите, сколько она снежка-то навалила. Круто! Где-то тут еще и Рекс бегал. Папа теперь разгребает дорожки, чтобы живые хоть еще. А вон и Рекс бегает. Рекс! Рекс! Иди сюда! Когда хозяин рядом, он идти никуда не будет. В общем, зима пришла на Кубань. Так что здорово. Сейчас Гришка проснется, пойдем играть в снежки. На градуснике у нас, знаете, сколько? Почти минус 10, минус 9, по-моему, или даже минус 10. В общем, много. Ну как тебе, лопата пригодилась? А то уже не знали, куда ее деть, да? Ого, я чуть не это. Я чуть не пригнулась. Почему чуть? Рекс, пошли. Под лопатку он можно возьмет, снежок чуть-чуть порасчищает. А вот она лежит. Или чья это зеленая? Вот зеленая Гриша лежит. какой-то синий А, откинул. Гриша какую-то синюю взял. Ну, Давай только оденемся Так ты... сначала. И там хорошо, да? Ты ждал много снега? То хорошо, что ты ждал. Пошли. Давай, мой хороший, иди скорее. Давай я открою, просто руки у тебя скользкие, да? Я Поль. Давай, любимый мой. Пока. Мы сейчас с Григорием будем менять хомяку, как в опилке. Потому что когда он у нас с третьего, да? Третьего появился. Да, Хомыч, ты пока тут посиди. Так, Дядя давай. Хомыч. Давай все вытягивай отсюда. И отсюда тоже. Ох ты. Наверное, надо открыть. Да, вот давай, я сейчас открою. Ты тогда смотри за ним, чтобы он не вылез отсюда, ладно? Карлик. Дядя Хомыч. Карли, Карли. Давай. Ой, подожди. Чуть вверх. Ага, все. Давай, сейчас я пакет мусорный дам, чтобы все вытянуть. Сейчас еще сверху сетки насыпем опилок. Чтобы видно не было. Угу. Да, Карли. Я его взял Карли, на ты хороший мальчик. А мы уже вроде животных не любим. Давай чуть-чуть досыпай. Или ты передумала? Угу. Теперь джунгариков ты любишь. Да. Включила стираться Гриша на кимоно. Надеюсь, успеет высохнуть. Сейчас пойду подкидывать дрова. На час, как всегда, стирку включаю. Нет. Так, чем занять ребенка? Большого ребенка, я чем занять? Как будто мне 5 лет. Как будто Грише 5 лет, и он собирает эту дорогу. Не, ну она правда прикольная, очень здоровская. А мама чувствует, как будто ей 25. Я готовлю обед, что-то будет типа шулюма. Морковки, правда, у нас нет, закончилось, так и не купили, поэтому будет здесь баранина, лук обжаренный, сейчас еще картошечку. Все это потушится только в кастрюльке. Так, наш обед готов. Это баранина с картошкой. Сейчас будем уже кушать. По крайней мере, Гриша точно, а то ему скоро в школу. Готов? Ты наоборот сюда его. Подожди, давай.
Вот сюда его. Просто вот это вот, смотри, вот рукава у тебя все перекручены. Поправься. Нормально. Гриш, ты как всегда. Тебе все нормально. Давай, одевайся, обувайся. Папа тебя уже ждет. Мам, выйди на улицу, попровожай меня, а я в тебя снежок выпущу. Да не, я сейчас хочу выйти, конечно. Ну, ты сейчас выйди. Да, конечно. Я прям курточку просто одень, сапожки одень и пойди, а я тебе в ногу запущу снежок. Вот в эту ногу, вот в эту. Может быть, в другую. Да, может, и в другую. Нет, лучше в правую. Так, давай, одевайся это, и не смеши. Мама, ты эффективнее работаешь. Так, у меня тут настроение супер, снег выпал, смотрю в окно и делаю пряники. Сначала хотела пойти на улицу, прям походить по снегу, послушать, как он трещит, но у меня тут срочный заказ, и думала уже не брать, но, блин, эти розы, они меня просто покорили, поэтому я все-таки взяла его. И сейчас делаю пряничные розы. Здесь у меня уже сохнут пряники. Сделала побольше рамочек, так как место было на противне. Вот, потому что я думаю, что такой наборчик, вот розочку и надпись, рамочку с 8 марта, приятно даже будет получить в подарок, в красивой коробочке с ленточкой. Вот, навела уже цвета, которые нужны. Белый. Зеленый, но делаю не яркий, а немного добавляю темного, чтобы он был более похож на такой какой-то природный зеленый, а не слишком вырви глаз. И розовые розы будут. Так что сейчас будем начинать. Посмотрите на время. 3 часа, ну, 15 минут, да, практически, потому что 6 минут осталось до того, как я высушу пряники. И вот в 3:15 я закончу делать набор. Один досыхает в духовке, поэтому вот такие вот розочки с днем рождения и еще по желанию один пряник с надписью, которую попросили именно сделать. То есть вот так вот, по-моему, очень даже неплохо получилось. Я рада. А у меня сейчас обед. То есть я вообще не обедала, не хотела, почему-то, не знаю. Огурец один, немного картошки с бараниной и все, еду Антошку на танцы вести. Пью чай со своими пряниками, пока машина прогревается. Они, получается, со вчерашнего дня, да, то есть они до сих пор мягкие. Вчера я их пекла, и они просто лежали нигде. Ну, то есть никак не упакованы. В общем, они прикольные. Мне нравятся, по крайней мере, мои пряники. Сейчас быстренько жую. Словарик русско-английский, я не помню даже, где мы его взяли, но он с Олимпиады, к Олимпиаде был разговорник, то есть он прям такой прикольный. Здесь еще написано произношение по-русски английских слов. Вот оно. Вот, например, индивидуальный интервальный старт. Вот, individual start. Ну, короче, надо потренироваться. Прям круто с произношением. Гриша его прям листает, знаете. Вот сейчас он понял тему английского, и его прям листает. Я даже не помню, где мы его взяли, но он... Я помню, что к Олимпиаде... Вот. Олимпиаде в Сочи. Фу, наконец-то я бегу на улицу. Просто бегу, потому что уже пора за Антохой. Ну, здоровская погода, супер. Мне нравится. Замело нас, прям подзамело так. Но, несмотря на то, что солнышко, погода все равно ветреная. И такой морозец чувствуется. Сегодня у меня были мокрые штаны. А что, ты в снегу бегал? Вообще-то я падал. Да, вообще-то я так и подумала. Давай тогда переодевайся. Так, что тут у тебя с рисунками? Сегодня у вот Башка с девочкой. Девочку Лёшу мы принесли, потому что папа у нас не служил. Да, и девочка.
Да, только не в этой куртке, ладно? У тебя-то можно. Да, спасибо. Да. Так, в общем, мы утепляемся. Дети уже вышли на улицу, сейчас поедем кататься на санках. Круто! Ура! Потому что, наверное, уже завтра снег растает, я так думаю. Но не уверена, ну, может быть, в среду точно. Какая красота! Боже, снег! Ой, сейчас увидишь, какая красота. Обалдеть! Мне особенно нравится, когда снег и вот закат. Это очень красиво, да. Наконец-то! Я им эти каски взял. Да? Самолеты не любят водить. Ну шо? Мы прибыли? Да, тут, конечно, красиво. Очень красиво. Папа, выпусти меня! Будем сейчас вылазить. Ой-ой-ой. Мам, давай быстрее вылазь! Прыгать в снег? Прыгать в снег быстрее? Пап, я тебе что же взяла перчатки? А вот это кто тут бегал такой? Это воров. Гриша! Можно. Мам, я уже под жопу ничего не взяла. Нет, ты мне ничего не сказал. Ну ты знаешь. Я сделала ангела. Мама, бумочка. Ай, мое лицо. Да. Ты хоть капюшон надела, ангел? Все, я передумала кататься на санках. Хорошо, Ля, иди в шлемах, красавчики. Пап, подожди. А ты можешь попробовать. Потихоньку. Все, мы едем. Едем, мальчики мои. Боже мой. Я вас люблю. Мам, я пометил. А я тебя. А ну покажи. Ехали? Как я пометил. Ой! Круто! Ю-ху! Мы едем. Что-то мне не очень нравится. Это очень хорошо. Да, наконец-то мы на санках. Потому что завтра уже обещают дождь. И он растает. Да, естественно, снег растает. Так, едем! Не знаю, чьи это следы. Зайцы, наверное? Ага, такие большие зайцы. Ага. Это волки. Офигеть! Мы очень спортивные. Слишком слили. Антошка просто не налез шлем. Да, потому что... Надо нам покупать. Да. Мам, Маш, нам это место знакомо. Да. Место! Да, это наш... Не снимай! Вау, уже не снимай. Офигеть! Как же красиво тут. Нам тут хорошо, да? Видишь, папа сказал, это птички зернышки искали. Видишь, какие у них следы? А ну-ка побежали по снегу, побежали? Или ты хочешь копать яму? А это чьи следы? Лопатыны? Да. Поход, поход, Вишнева зовет, Вишнева зовет, мы пойдем служить во флот. А что такое во флот? Флот это корабль, на корабле плавать. Я пойду служить на флот. Дедушка Лёша был вот как раз во флоте. В армии. Так, все, коробочка готова с пряниками сейчас. Аминка молотала. Что это? Аминка молотала. Пряники заказали на день рождения. Вот она красота, как будто Новый год вообще, фонарики эти. Я балдею.
Ну что, один наборчик я сегодня таких розочек отдала, а вот еще три розочки на 8 марта уже заказали. Будут просто в каждая розочка в пакетике. Я балдею от этих роз. Причем вся суть в деталях. То есть не просто в этой розе, да, а вот во всех этих иголочках, в листиках. В общем, мне это очень нравится. Досматриваю барыню. Помните, я вам говорила, что мне не дошло, но вот именно барыня мне дошла. И сейчас прям очень-очень интересно. Я прям с удовольствием это все сейчас смотрю. Все уже пошли спать, я тут сама. Сейчас уже закончится, я пойду умываться и спать. Еще видео смонтирую все-таки, потому что YouTube немного подзапустила. И прям надо возвращаться. Вот.